Так, Киев сегодня. В Киеве, по сути, ничего не изменилось. Отключили свет только сегодня утром. Ночью свет не отключали. Вода, отопление есть. В принципе, все как обычно. Людей очень много. Все едут на работу. Магазины работают. Людей море. Погода хорошая, сухая. Вода вся ушла. Сейчас чувствуется минус на улице. С ночи еще. Но в принципе все хорошо. Сейчас вышла на контрактовую площадь. Хочу вам показать центр незламности. Заодно подзаряжу телефон и посмотрим, как у них тут дела и сколько людей с утра. Здравствуйте. Сюда можно прийти поработать? Можно, да? Да, можно телефон сюда позарядить? Да, можно. Все, супер. Сейчас пошлите за мной. А еще можно у вас чаю попить? Да, мать тоже. Ой, спасибо. Внутри достаточно тепло и уютно. Добрый день. А у вас чайку можно попить? Конечно. А я можно пока позаряжаю телефончик? Конечно. А где можно сесть? Где будет? Дякую. Я, честно, ожидала увидеть какие-то лавочки, столики, а тут прям целые диваны, лежаки. Очень мягкие диванчики такие, кресла. Очень чисто. Чай на выбор предлагают и черный, и зеленый, кому какой нравится. У вас багато тут людей? Ну да. Зараз, наверное, гарна погода, то може і не багато буде. Вчора, позавчора. Багато коли то було мокре і дощ йшов, наверное, да? Я всегда себе доливаю холодную воду в чай, не люблю очень сильно горячий чай. Сейчас людей очень мало, потому что я зашла с утра. Я думаю, телефон заряжу быстро. Мне как-то клиентка рассказывала, что по вечерам, когда здесь очень-очень много людей, то генераторы как бы не успевают вырабатывать достаточно электроэнергии, и все заряжается достаточно медленно, потому что очень много людей, плюс еще здесь обогреватели, которые тянут тоже электричество. Но, в принципе, места хватает, резеток очень много, так что все ок.